приехали сегодня на Paddock Lake. Мы здесь были в сентябре, не в октябре, перед выборами уже мы здесь приезжали, сюда были. В этот раз поехали на другое озеро, называется Antioch Lake, немного в другую сторону, но там так не понравилось, боже, ну не кошмар, в общем, такая беднота по сравнению с этим, с которым из Geneva Lake, там вот такого примерно типа вот такие вот домики, вот эти вот все, и вагончиков полно, в общем, вот мусора куча, вот такого, это вот типичные американские такие среднего класса, даже не среднего, которые вот строители где-то работают, какие-то электрики, что-то такое. И, в общем, я узнала, что черные вот такого плана домики, такого отдыхающих, который вот типа имеет на берегу озера дом, это уже что-то, этот дачу типа такого, черные эти афроамериканцы называют это white trash, и веранду сделать деревянную, какую-то веранду с видом вот на море и сидеть и пиво пить с утра до вечера, это они называют enjoy белые, вот у него отдых, weekend to enjoy weekend, вот эти вот сетки, мусор рядом, в общем, абсолютно не... Ну, это ужасно, это мне напоминает вот старую какую-то глухую деревню в России, эти деревянные избушечки, вот это такого плана, только тут оно просто на озере, у озера, у воды. Ну и вот, Paddock Lake, осенью мы были вон там слева, там можно сесть на плоты, взять плоты. Водичка очень чистая, хорошо так. Ну, холодно еще. Сегодня Пасха здесь, в Штатах. Вот так позеленела уже травка, так просто вылезти. Что узнала, главное enjoy, мой муж говорит, вот так вот они здесь enjoy с пивом, вот это вот рядом с мусором, вот все такое, вот поражаюсь, что вот твой дом, возьми же что-то сделай, облагородь, пособирай, нет, вот они привычные, я не знаю, здесь вот в таких вот, короче.